Решил назвать это видео коротко «Горе». 4 буквы. Всем тем, кто продолжает писать ура-патриотические лозунги в соцсетях в стиле «Все под контролем», «Прорвемся», «Верная дорога, идете, товарищи», советую писать эти статусы, прямо вот находясь там, в этих районах, которые обстреливают ежедневно. Пообщаться с людьми, которые потеряли свои дома, спросить, насколько все под контролем. Все далеко не под контролем. Перемирия давным-давно нет. Ну все. Не знаю, почему они по нам стреляют. Что у них тут? Что они тут забыли? Какие-то... Они бы так кто-то стрелял. Я войну в ту пережила, такой вот такого не было. Немцы так не стреляли, как наши стреляют. Чудом уже второй раз. Второй раз у нас вот дерево, там дерево прямо. Это снаряд упал, дерево разорвало. Вы говорите, мы сидели на полу, вот так и Богу молились. И вот тут, вот, вот смотрите. А вот труба, двадцатка. Я не знаю, какой толщины. Вот, смотрите, попала. Вот, вот. Вот. А вот туда влетел осколок, вон он. И в стену, стену, прямо там в стену. В эту, напротив стенки. Это все провокация. Они провоцируют. Уже Октябрьский ходил на митинг? Ходил? Им сказали, что им сказали? Стреляли и стреляли. И там то же самое. Они думают, что мы пойдем. А я не знаю, что идти. Какой смысл, какой толк идти. Вот тоже снаряд попал. Очень свежее это. И в калитку пробило насквозь с той стороны дырок. Куда нам деваться? Куда нам некуда деваться? Нам некуда. Вот так, как и было. Мы уже год так живем. Мы год уже 11-го. Год. 11-го. Внимание, пенсии, заработки давали, мы голодные сидим. Я хочу кушать, молочка хочу, яичко хочу. Не было когда вообще. Хлеб получили у тебя 3 раза бесплатно. Еще во вторые пойдем, может, дадут. Крупу дают, овсянку, перловку. Все кушаем. Слава Богу, за тебя кушай, мы сыты. Бог нас каждый день кормит. Хочу себе, знаешь, молока по литру. Как тебя звать? А мне Лидия Ивановна, проценка по паспорту. Ай, могу так попасть сюда, да. Была веревка, я укрывалась ей, нема. Диван был, до кровати спала, нема. Матрас для куда Филина подкидала волну. Это было 42, Славка делал, сын мой. Я хочу молока, хочу яичко одно выпить и хлеба. Мне кусочек овечки, всю буханку, он любит хлеб, похудал. И хочу сладкого. Очень хочу. Не забудешь. По нём дали в голову, и он погиб. А он мне снится. Ма, я же не погиб, я просто не знаю, где я.